связь для... Мне кажется, Гена загипнотизировал Ирину. Всем привет, ребята! С вами снова я, Королева Мистика. Это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном Ютубе. Друзья, перед началом не забывай подписаться на мой канал, поставить лайк и написать много-много комментариев, чтобы попасть в мое видео. А сейчас три самых счастливых человека, которые будут в этом видосе, ловите. Раз и два. И, наконец, три. Поу, друзья, если вы тоже хотите попасть в мое видео, так что пишите очень-очень много комментариев. Чем больше комментов, тем выше вероятность того, что вы попадете. Именно вы попадете в мое видео, друзья. Ну а сегодня я вижу, как вам понравились Барбоскины экзи-живые игрушки, которые мы разрезаем в реальной жизни прямо здесь у меня дома. Поэтому, друзья, я решила не откладывать в долгий ящик, и прямо сейчас мы с вами закажем живую игрушку Барбоскиных экзи Гену. Погнали! Итак, друзья, мы прямо сейчас находимся на сайте Darknet. Это магазин, где мы уже очень-очень много заказали живых игрушек, друзья. Просто целую кучу. Но сегодня мы продолжаем заказывать серию Барбоскиных экзи. И если вы хотите, чтобы вся их семья проклятых живых игрушек была заказана на моем канале Королева Мистики, то прямо сейчас жми лайк и давайте соберем на этом видео 10 тысяч лайков, друзья. И прямо сейчас ставьте плюсик, если вы хотите, чтобы я купила Гену экзи. Пожалуйста, друзья, я жду ваши плюсики в чате. Прямо сейчас я смотрю, что вы хотите, чтобы я купила Гену. Ставьте еще больше плюсиков, все, каждый из вас, если вы хотите поучаствовать в том, что я буду оживлять эту куклу Вуду на Гену Барбоскиных экзи. Друзья, я вижу, что вы хотите. Вы продолжаете ставить плюсики, друзья. И поэтому я прямо сейчас буду покупать Барбоскина экзи Гену. Серия Барбоскиных, друзья. Давайте почитаем и посмотрим на него. Посмотрите, его очки какие-то другие, друзья. Эти очки как будто очки для гипноза. Знаете, такие крутятся шары и гипнотизируют. Можно уже догадаться то, что этот Гена обладает гипнозом. Но не только эту деталь я разглядела на этой картинке. Также в его руке стоит колба, да, которой написано «Я». То есть, соответственно, эта живая игрушка может нас отравить. Это очень страшно. Вы просто не поверите. А также в руке у него огромный окровавленный нож. Я не знаю, друзья, вообще по мультику это неправильно, потому что Гена в мультике Барбоскина, он очень такой знаменитый, и он очень умный, он проводит всякие эксперименты, испытания. Кстати говоря, возможно, этот Барбоскин экзи приготовил яд для меня, друзья, а мы посмотрим, что же будет после того, как мы закажем этого Барбоскина. Давайте почитаем. Серия Барбоскины. Гена экзи считает себя самым умным. На самом деле это так и есть, друзья. Мы были правы. Гена, как и обычный Гена, они оба умные. Но в чем же их отличие? Так, играй с ним осторожно. И если ты проиграешь, то попадешь в ад. Друзья, здесь так и написано. Посмотрите, если ты проиграешь, то ты попадешь в ад. Вот черт, друзья, то есть нужно быть крайне осторожными. Тебя никогда... Подождите. Тебя забудут, как будто ты никогда и не рождался. О май гад, друзья, черт побери. Просто это, если выпить это зелье, то все вокруг, кто тебя знал, видимо, забудут о тебе. Это нереально страшно, если Барбоскин принесет это зелье с собой. Мы обязательно его попробуем. Мне кажется, это будет очень криптово, если все про меня забудут. И я просто буду новым человеком и начну жить заново. Я думаю, что каждый из вас хотел бы так сделать. Это круто. Я всегда его в мультиках боялся. Он изобретатель чертов. Да, это самый страшный изобретатель. Ты прав, Дима. Так, ладно, тебя забудут, как будто ты никогда не рождался. Гена может напасть в любую секунду. Особо опасен. О, черт, то есть гений мало того, что может тебя отравить, загипнотизировать, так он еще и зарезать тебя может только в 3 часа ночи, только в дьявольский час, только на канале Королевы Мистики, друзья.
Еще тут написано, что Гена боится громкого шума. Это оружие против Гены Экзи, которым мы с вами и воспользуемся, если вдруг эта собака Экзи будет плохо себя вести. Мы знаем, какое оружие против Гены Экзи серии Барбоскиных прямо сейчас за $999. Мы закажем эту проклятую игрушку. Проклятие Барбоскиных началось. Поехали! Друзья, мы заказали прямо сейчас Барбоскина Экзигену, и мы будем ожидать курьера, который принесет гроббокс с этой живой игрушки. Воу! Итак, друзья, прямо сейчас менеджер сайта Darknet принес мне гроббокс ровно в 3 часа ночи для того, чтобы мы с вами открыли его и провели Экзи-обряд. Наконец-то, ребята, мне не верится, это действительно страшный гроббокс, в котором лежит живая игрушка Гены Экзи. Друзья, прямо сейчас в 3 часа ночи в самый крутой челлендж мы откроем этот гроб. О май гад, друзья! Этот гроб напоминает мне кожу, как будто бы он реально кожаный, друзья, возможно, это так и есть. Давайте прямо сейчас ставим плюсики, кто хочет, чтобы я сию минуту открыла этот бокс. Давайте ставьте плюсики, и я уже вижу, что вы их ставите, друзья, и на счет 1, 2, 3 мы откроем этот гроб-бокс. Да, я вижу, как вы хотите посмотреть на Барбоскина, где я это сделаю прямо сейчас. 1, 2, 3. О, черт, ребята, вот это настоящая страшилка, друзья. Вот это самый страшный Барбоскин Экзи, друзья. Но, возможно, существует еще Лиза, которую мы не заказывали. А также мама и папа Барбоскины, друзья, и их друзья. Короче, давайте не медлите собирать на этом видео 10 тысяч лайков, чтобы собрать всю семью вместе и провести этот мега прикольный обряд, друзья. И я посмотрю проклятую серию, которую мы закажем на сайте Darknet со всей семьей Барбоскиных, друзья. Так что ставим лайки, друзья. А теперь мы поближе рассмотрим Гену Экзи, друзья. Его очки на первый взгляд кажутся обычными, но под ними спрятаны проклятые пуговичные глаза с потустороннего мира. Самые адские глаза, которые можно только представить. Черные пуговицы, черное проклятие проклятой серии Барбоскиных. Оттуда эти живые игрушки, создателями которых является сайт Darknet, и он гарантирует, что только в 3 часа ночи после проведения определенного обряда эта игрушка оживет. Это мы сейчас с вами и собираемся проверить, друзья. Так, нужно его поподробнее разглядеть. Вроде бы он обычный, но посмотрите, здесь у него надета мелодия, значит, это игрушка говорящая. Давайте послушаем, что нам скажет Гена. Гена, что ты можешь знать, если ты полная, пустая игрушка? Крайне признателен. О, черт, друзья! Я только что оскорбила его, а он сказал, что он крайне признателен. Друзья, это наводит на странные сомнения. Возможно, эта игрушка уже может говорить со мной, но еще пока не может двигаться. Но мы заставим его подвигаться при помощи доски для вызова духов. Друзья, проведем обряд для полного погружения в потусторонний мир. Мы запустим наш проклятый черный маятник смерти, друзья. Отсчет магии пошел, и мы начинаем наш круг, друзья, един с тобой. Заблудший дух, покинь покой, Барбоскин Экзи, вселись в эту живую игрушку, Барбоскин Экзи, вселись в эту живую игрушку, Барбоскин Экзи, вселись в эту живую игрушку. Барбоскин Экзи, скажи, чем ты сейчас занимаешься в этом, в теле этой игрушки? Черт, он что там что-то изобретает? Он, друзья, я спросила его, что он делает. Он сказал, что получилось. Что и следовало ожидать. Он что-то изобрел. Ты слышал это?
Чёрт, ты слышал? Что это за шум? Дим, мне страшно, Дим. Подожди, надо проверить. Слушай, ты слышал этот шум? Он откуда-то оттуда. Чёрт, нельзя оставлять Барбоскина здесь. Я не знаю, давай, правда, закроем его пока, чтобы он не сбежал. Пока сходим, проверим, что это за шум. Все, я оставил его здесь. Черт, что это за шум? Ты слышал? Это было из холодильника. Вот ведь как страшно. У меня даже голова разболелась. Что там может быть? Черт, Тим, посмотри на это. Это яд. Это эликсир с ядом, посмотри! Жесть, что он делает в моем холодильнике? Друзья, это колба с ядом! Что? 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 Черт! Как ты здесь оказался? Он связь для... Он завтра настраивает, друзья! Черт! Он перемещается, мы закрыли его в дом, как все он смог выбраться оттуда! Какую еще связь для контактов ты настраиваешь, чертова проклятая игрушка? Ответь мне! Чего ты обзываешься? Он назвал меня инфузорией. Друзья, инфузория — это одноклеточное растение, которое... Вернее, одноклеточный живой организм, который абсолютно тупой. Ты меня назвал... Тупой, я не поняла, что это за яд, что это такое, это твое? Черт возьми, отвечай! Ребята, я не знаю, но походу это тот яд, который заставляет других людей забыть о твоем существовании. Но не нужно забывать то, что Барбоскин слишком опасен. Поэтому мы сейчас его пристегнем к столу и попробуем это зелье. Раз он такой быстрый и может убежать, сейчас я его привяжу к столу. Черт, вы видели? То есть он был здесь. Ладно, теперь ты никуда не денешься. Сейчас я привяжу тебя к столу, и ты уже не сможешь никуда уйти. Понял меня? Друзья, мы с вами прямо сейчас попробуем этот яд. Это просто жесть, друзья. Я иду просто на сумасшедшие поступки. В смысле, что про него все забыли. Пахнет, по крайней мере, нормально. Друзья, прямо сейчас я проверю. Дима, смотри. Если ты вдруг меня забудешь, я напишу, что ли, я не знаю, как-то... Блин, мне надо, чтобы ты меня не забыл, вернее, чтобы ты меня вспомнил, потому что если меня никто не вспомнит, я могу исчезнуть, понимаешь? Мне нужно что-то, чтобы могло тебе точно напомнить обо мне. Я не знаю. Отлично, хорошо, давай, если я тебе покажу эту куклу, то ты вспомнишь меня, понимаешь? Ты понял меня? Понял. Черт, ладно. Попробуем. Может быть, на самом деле это не сработает, и ты меня не забудешь. Друзья, кстати говоря, вы тоже можете меня забыть, так что будьте осторожны. Я бы не хотела, чтобы вы меня забывали. И я надеюсь, что это зелье работает только на людей, которые сейчас присутствуют со мной в данной квартире, друзья. Ладно, значит, раз, два, три. Я выпью этот яд, и меня забудут. Черт! Раз, два, три. Так на вкус, как будто болото. Ну, ты помнишь меня? Я не знаю. В смысле, Дим, это я, Ирина. Какая еще Ирина? Черт, ребята. Зелье, походу, сработало. Черт, Дима меня не помнит. Офигеть. Ты кто? Погоди, погоди, успокойся. Просто ты меня забыл, но ты меня помнил. Ты мой оператор, мы с тобой снимаем страшное видео. Черт, ребята, Дима, реально меня не помнишь, Дим? Дим, ну вспомни, мы же с тобой здесь снимаем видео, всегда. Я не знаю тебя, все, уходи. В смысле? Давай. В смысле? Остановись, Дим. В смысле ты меня не выгонишь, Дим?
Да черт, да я здесь вместе с тобой снимаю видео, ребят, что мне делать, он меня выгоняет. Ты совсем другой человек. Ты серьезно, какой другой человек, пожалуйста, вспомни меня. Я Ирина, пожалуйста. Нет, ты не Ирина. Черт, меня не вспомнит никогда, блин. Да ладно, все. Смотри, мы с тобой договаривались, что я покажу тебе эту куклу, и ты вспомнишь, что я настоящая, что я с тобой снимаю видео. Теперь вспомнил? Подожди, я эту куклу я взял вот здесь. Ты вспомнил? А я здесь стояла перед тем, как выпить этот яд. Ну? Черт. Ты вспомнил? Все как в тумане. Черт, ребята, походу Дима начинает вспоминать, потому что это зелье действует не так долго. И слава богу. Дима, ты вспомнил меня наконец? Подожди, подожди, подожди. Ты выпил яд? Ты чертов Гена. Выбрасывай все. Ты вспомнил меня? Да, я вспомнил. О, черт, наконец, слава богу. А то я думал, что ты никогда меня не вспомнишь, и мне бы было лучше бы, чтобы ты меня забыл на самом деле. О, ребята, Дима наконец-то меня вспомнил. Жесть. Друзья, настало время разобраться с этим проклятой генной экзи. Прямо сейчас я его разрежу. Ирина, что происходит? Ирина. Роза! Роза! Что происходит? Роза, ты где? Малыш! Вот ты где, малыш! Малыш! А я тебя везде искал! Что происходит? Мне кажется, Гена загипнотизировал Ирину. Роза, ты опять играла в прятки с малышом? Дружок, где ты? Роза, что Роза. Происходит? Ирина, очнись. Ты здесь? Я иду тебя искать. Ты здесь? Я нашел. Роза. Роза. Что происходит? Роза. Я тебя нашел. Мама и папа ждут нас. Идемте домой. Лиза. Ты здесь? Лиза. Вот вы все. Гена загипнотизировал Ирину. Ирина, здесь. Что ты делаешь? Черт, я всех вас заберу, а вас все забудут. Ирина, что ты делаешь? Зачем ты яд выливаешь? Где Гена? Я не знаю, все пропало. Где Гена? Ты зачем вылил на них яд? Черт, я ничего не помню. Я как будто была в отключке. Я не знаю, походу Гена загипнотизировал меня, друзья. Это было самое страшное видео. Он просто собрал всех Барбоскиных и забрал их в свой потусторонний мир, друзья. Это очень плохо, потому что мы не успели разрезать Гену. И, возможно, они вернутся тогда, когда мы закажем Лизу на сайте Darknet. Так что всем пока!